И о происшествиях. В одной из мелитопольских многоэтажек накануне вспыхнул пожар. На втором этаже дома по улице Дружбы загорелся балкон. Охвативший его огонь распространился на соседние балконы. По словам очевидцев, спасатели появились на месте происшествия через 7 минут после вызова. Огнеборцы сработали четко и слаженно. Забрались в пустую квартиру и оперативно потушили пожар. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.